Важнейшим направлением деятельности Самарской областной ассоциации врачей является правовая защита медицинского работника. Именно поэтому ассоциация инициировала выпуск коротких видеороликов, в которых опытные юристы буквально в течение одной минуты говорят о тех особенностях, правах, обязанностях врача в конкретных жизненных ситуациях. В настоящее время работать врачом, не зная требований Уголовного кодекса, невозможно. Не будучи членом профессионального сообщества, тоже невозможно. Поэтому мы готовы помочь врачу избежать этих трудностей. И нужно помнить всегда, выполняя обязанности врача, что незнание закона не освобождает от ответственности. 2020 год объявлен годом юридической защиты врача. Поэтому мы ждем ваших вопросов, разбора ситуации, которые вам интересны, с тем, чтобы помочь вам преодолеть возникшие трудности. Надеюсь, что эта информация будет полезной врачу и позволит избежать нежелательных конфликтов, в основе которых лежит незнание требований законодательства.